Владимир Уйба аджишилась Россия, но Узбекистан підкадлиш Ботиржона садовкад. Чорні Муниску республіка Ленотов я уджилиш. Рад приветствовать вас в нашей гостеприимной Северной Республике. Уверен, что ваш визит оставит только добрые впечатления и желание вернуться в нашу республику снова. Благодарю, что нашли время, возможность приехать, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Для нас очень важно развитие двусторонних связей. Кокшур скыш кыкадвон Узбекистан иш делегация в улыснен коми. Ян регион питкадлыш я скыкы шветлысны Ташкента. Республика Саюр алыш пасис. Ми даше шветлыны нуштаучит. Питкадлыны ми алыш продукция. Коми нуанин Узбекистана пу шом дыра мушерда мука дозырлняс. Асы тыш ми яны вайаны сыч шушана неорганической химия иш продукта. Итая гитады спырсывмы. Уважаемый Владимир Викторович, рад встрече с вами. Прежде всего, позвольте выразить признательность за оказанную нашей делегации радушное гостеприимство и теплый прием. Вы не понаслышке знаете, и по прежней работе вы хорошо, наверное, знаете, что наши отношения на сегодняшний день вышли на беспрецедентный уровень. Россия является важным и надежным партнером для Узбекистана. Наши отношения носят стратегический характер, имеют союзнические отношения. И сегодня наши отношения динамично развиваются. Прочную основу для дальнейшего расширения и углубления наших двусторонних многоплановых отношений между нашими странами придают лидеры наших государств. Бур йитед республика Аскостен и Веладан Туйвижен. Уна вонин портаны рочкы в сывмыдан проект яс. Сыктывкарда Ухтаса университет яс Веладан Узбекистаны студент ясас. Нуаданы наука туялан ытыв яуч. Сычас петкадлыш яс пырачаны комиен быт шикас конференция яса. Владимир Уйбакорыс Узбекистаны шиенбиатом язас петкачыны коймы Дельфийской ворсам ясын мимунасны тавоща ноябртылышын.